Сейчас я себя подлавлю, смотрите, ребята, наперед. Есть! Да! Yes. Что это? Да! А Боб остался. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Пингвинус, Угабуга, Кирилл, Фуфло, Фрэнка, Форум, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем здравствуйте. Привет. Всем здравствуйте. Всем ухаю. Однако, всем здравствуйте. Сегодня у нас очень классная и веселая серия, потому что мы записывать будем в школе Балди режим Headcrab. Успейте кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. 3, 2, 1, погнали. Кто первый умрет, тот самый не красавчик. Договорились с пацанами, что можно использовать оружие Counter-Strike GO. И не забываем подписываться, ставить лайкосики, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Так, Фуфлик у нас играет за Headcrab, будьте внимательны. А кто это у нас там спрятался? Мочите Фуфлика, я хочу, чтобы сегодня он страдал и мучился. Потому что, ребята, он согласился сам быть Headcrab. Это лично его прихоть, поэтому извини. Сегодня будем мы тебя наказывать очень сильно. Наверное, надо взять дальнобойное оружие. Слышу, где-то челяпает. Вот он. Стреляй! Ну что, Фуфлик, сам захотел? Тяжело? Так, ну достаточно. Что? Дима, тебе на голову напрыгнул. Там меня пацаны в голову ранили. Но если мы убьем друг друга, это не будет считаться, а чтобы именно ты убил. О, надо закрывать двери, мы тогда будем видеть, когда кто-то заходит. Еще нычка у нас, ребята, есть. О! А там челик сидит, оказывается. Я и не знал. Зашкирился, ребята. Иди так, чтобы быть последним выжившим, да? Просто сзади подходит и все. А где он? Я его не слышу и не вижу. Блин. Красавчик. Дробаш делает чудеса. А! Беги, Дима! Ё-моё! Я ж не знал, что он... Ай, в голову, блин, попали. Замочили его сразу, да? Да. Тут еще рандомные спауны, блин. А, слышу. Он за столовки сразу появился. Ну да. Иди. По голове у меня прыгал. Еще бы чуть-чуть бы убил меня. Опа! Ранил кого-то? Я слышал этот хрясь. Я Гусанька ранил. Красавчик. Все. Ай, под пули не лезь. Я пулеметчик. Подожди. Вот он с этой стороны, вот он с этой. Да? Дима. Фу, хорошо, что меня убил. Ну ничего, я сам под пули полез. Немножко виноват даже я. Саня. Форум. Там. Еще пока... Я буду тут стоять, тоже хорошая тактика. В виде длинные коридоры. Ай! Туда его. Такая тишина. Ты откуда взялся, морда? Да, я поддался, серьезно, чтобы тебе легче было. Хорошо, я его не увидел, у меня звук пропал. Играть учись. Да блин, да, ну что, Headcrab вырвался наружу. Теперь нас двое, Фуфлик, будем сейчас мы их мочить жестко. Или будем тяжелее. Двое. Да, нас уже двое. Я вообще не знал, что я заражусь первый. Так что я не умеха, как я и сказал. А, Саня. Да я тоже поддался. Ты меня еще тут постреляй. Ой. Так, вижу, у кого скин скелета, я подбираюсь ближе. Это угол. Ближе. Он убежал, я его на пон взял, он поверил мне. Здравствуйте. А, еще в чуть-чуть, блин, промахнулся. Ну сложно, ребята, очень сложно. Обязательно лайкосик влепите. Старания наши. Headcrab'ам реально будет тяжело. Вот и Дима, привет. Да блин, мощное оружие разрешил брать. Ладно, я не буду брать дробаш, это реально очень мощный оружие. А, в воздухе, да ладно. Ну мы должны, да, ребята, ж по-любому. Фуфлик, мы же должны их по-любому замочить. Да. Это ж не мы будем. Никогда не замочит. Да. Меня. Санечка. Один выстрел, один. Что-то я разрешил читерское оружие брать, но будем пробовать нет, и таким. Не, нормально. Пойдет, да? Пулемет. То, что с одного раза оно убивает, это норм. Тебя же убили, значит не читерское.
А я ему подался же, что он меня убил. Это всегда подаешь. Да смотри, вообще мгновенная. Даже без вариантов, вообще никак. Так, выслеживаем жертву. Слышу запах говна. Где тут кто из вас ходит? Это я, наверное. Это ты? Наверное, но он на какого-то хэдкраба видел. Как раз и напердел. Ой. Ай! Да вообще нереально! Вот как игра... Ой, я робот. Что, кого ты взял? Ай! Да смотри... Да ну как играть? Я буду сейчас психовать. Да блин, да вообще нереально! Давай, да, Фуфлик, да, хоть ура! Кого-то. Убил? Да, я Фрэнка убил. Молодец! Поцеловался! Да хорошо стреляй. Так, ну что, ребят, у нас уже трое. Уже теперь будет еще легче. О, я же второй раз по форуму попал. Да? Они лекаются. Я не лекался. Так, проверяем классы. Может, кто-то зашкерился тут? Кого нету? Так, давайте здесь еще проверим. О, классно. Можно теперь срезать через полшколы. Ой, извини. Ой. Я думал, ты... Эй, промахнулся, блин! Есть, я заразил, ура! Ну все, теперь нас уже четверо, отлично! Не увидел меня, я его красиво обманул, я просто не сразу начал атаковать, выследил, когда он будет смотреть в другую сторону. 4-4 поделилось. Вот это уже, ребята, интересно. Они в секретном месте, они в столовке, короче, вот тут. Иду в столовку, иду. В секретном месте. Конечно, путаюсь, где тут столовка, но я сейчас найду. Так, вижу своего кентафурика, где-то мой. Ух ты, стоять! Ай-яй-яй, пуля в голову. Одни магазины валяются. Кто завидно, где больше всего перестрелок было? Заметьте гусенька, он лохопешный. Да? Сейчас добьем. Да. Ну не меня, фуфло. Так, выслеживаем жертву. Где что, они есть же? Так, это вход в столовку, насколько я знаю, да? Они там в комнате сидят, да? Да, там... секрет. Гусанёк. Там. О, столовка. Ай-яй-яй. Ай, прикольно. Так, давайте сразу полетим, чтобы туда не бежать полдня. Все-таки я постараюсь сейчас, ребята, атаковать их жестко. Так. Да я... А, ты уже этот? Хэдкраб, понял, извини. На радостях. Мгновенная смерть. Слышь, а вы хорошую тактику выбрали, стоять там и крысить. Молодцы, молодцы. Тихо. Будем бесконечно туда лезть. Давай. Да всей толпой залезем. Давайте, всей толпой. Сразу прыгай. Надо в воздух прыгать, тогда им будет тяжелее, когда ты в воздухе. Ну и надеюсь на это, что будет легче. Я понял, когда он перезаряжается, гасить его. Все, гусенька убили. Гусанек, все? Да. Да. Вот кто это остался? Прикол! Буга-буга. Так кто у нас Буга-буга? Остался? Последний? Да. Нет, я. И вроде минус Кирилл еще. Геймер. Так, все, пацаны, раз у вас двое, давайте можете использовать любое оружие. Трое. А, трое нет, тогда когда двое останется. Уже двое. А, уже двое. Ну все, давайте. Ой. Какое хотите оружку? Так, пацаны, давайте инфу, где они, чтобы мы сразу атаковали их. А вот это неизвестно. Открывайте классы все, двери не закрывайте в них, чтобы мы видели, где открыто уже. А двери сами закрываются. Да? Вот блин. Да, я вижу, закрылась. Ну ничего, проверяйте классы. Я не знаю, наверное. Где там в классах? В столовке. Думаешь? Выходи, где столовка. Мне кажется, они где-то тут шкерятся. Там он с миниганом стоит, боже мой. Он с миниганом, как не вовремя. А он там опять в той же комнате? Вижу его. Ну что, давайте, толпой, в окно можно, в окно, пацаны. Ого, он меня откинул. Бонзай! Блин! Я его, он меня! Ой, Дима, я случайно тебя съел! Ничего страшного, я привык. Я тоже чувака сел. Пингвина с убил? Жестким. Красавчик! А да? Нет! Стоять! Стоять! И еще в чуть-чуть бы и попал!
Стоять! Есть! Блин, мой труп упал ему на голову. Это было классно. Так, летим еще раз туда. В уголку сел, боже мой. Он хорошо шкерится, пацаны, хорошо играет, базарчика нет вообще. Давай! Ух, стоять! Дверь закрыта, надо, чтобы он не выбежал. Все, дверь закрыта, пацаны. Теперь он не выбежит. Его ранил, Ух, стоять! Ах ты, блин! Между ног прыгнул! Иди сюда! Сейчас я себя подлавлю, смотрите, ребята, наперед! Есть! Да! Yes. Да! Боб остался! О, нет! Кирилл Гейм! Я играю за большого, давайте теперь за большого побегаю. А где, где он? Так я давно уже, как краб. А, получается, что мы всех убили? Ну походу, да. Получается, я последнее место, я хороший. Так, хорошо, пацаны, сделаем такую. Я хочу быть один выживший, вы все против меня. Нам у тебя сразу загасит. Ну вот и сейчас мы это и проверим. Пока я могу любое оружие использовать, можно? Дима. Да. Нет? Не админского пистолета, давай. Не, админский пистолет не буду, хорошо. Возьми миган. Я тебе запрещаю. Да не, сейчас подождите, я возьму оружку и скажу, когда я буду готовый. Давай. Дима, ты где? 3, 2, 1, я готов. Так, проверяй нычку сразу, мало ли. Вот тут гранаты кидаешь, чтобы мы не зашли. Я хочу долго прожить. Ах ты, Дима, крыса. Не, хорошо, тогда может другое оружие возьму. Что ты с собой, я открою дверь. А, понятно, за километр убивает. Ну все, поняла. Ой, хорош. Смотрим, там будет красная пуколка. Ну, пока только не наблюдаю. Форум, он где? Есть! Ну, я знаю. Хорошо, давайте я не буду гранат, сейчас возьму другое оружие себе и начнем гасить вас буду. Вот он тут был. А, нет, это плохо. Саня. О, во! Где он? Я понял, где он. Кирилл Геймер гений. Ну давайте, давайте. Где он? Ой, блин, я не ту кнопку нажал. Я хотел назад отойти и нажал пролет. Вот, блин. Я не специально. Да я не специально, блин, пропустил кнопку эту. Читак. Читер, фу. Я не читер. Ты читер. Я шкерюсь. Я хочу дольше просто повыживать. Опа, мы друг друга мочите. Это хорошо. Где ты шкеришься? Я в классе сижу, одном из классов. А какой номер класса? 99. Чё ты врёшь? Я только что там был. Ребята, я боюсь их. Они все тут 99. Ну подсказку даю вам. Выход в столовку, он там сидит. Отлично. Ну пошли. Отлично. Тактика хорошая. Плохая. Я слышу выстрел, боже мой. Вот, я его нашел. А! Да блин, я быстро умер! Да блин! Да я поддался! Ну блин! А че так легко было? Хорошо, давайте последний раунд сделаем. Вот тот, кто меня убил. Кто меня убил? Я. Ну все, давай теперь ты будешь один выживший, мы будете пытаться убить. Я хотел дольше выживать, я боюсь, когда вас сильно много, еще карта такая маленькая. Скажешь, когда будешь готовый. О, Дима, я за большого буду играть. Готовый, Гусанин? Я ведь его убил. Почти. Я выбираю себе оружие. Давай, Саня. Я продержался 2 минуты, ну, немножко читерил. Гранаты красные, конечно, нельзя было бросать. Но что делать? Ну все, Дима, читер. Поиздеваться надо было немножко над вами. Готов? Да. Погнали, ребята. Сейчас бы Саня... Ой, за что? Что за френдли еда? Фрэнка, спасибо. Вы думаете, он там? Он там все-таки сидит. Ах ты хитрый. Вот она началась. Ты поджигальчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Задолбали убивать. Погнали. Блин. Ой-ой-ой, а чем мы сразу умираем? Мгновенная смерть. Блин, я его один раз, по-моему, ударил. Да? Смог? Да. Он там еще? Да, он там. И стоять. Есть. Я его ранил. Я хочу отомстить, так как он меня, и я его буду бить. А! Блин. Я его поймал, ребят. Да, ура, молодец, пингвин. Убили его, да? Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Во всем отличного настроения и всем пока. Поджигай. Ой-ой-ой-ой-ой, красавчик.
Delicious.